400 километров над Землей. Международная космическая станция. В сеансе прямой связи с Центром управления полетами самые свежие новости от Михаила Корниенко и Скотта Келли. Хорошо, слышим, готовы к мероприятию. Отлично, сейчас буквально еще пару секунд. Позади ровно треть долгой космической вахты. Главные участники годового эксперимента Михаил Корниенко и Скотт Келли 4 месяца живут и работают в орбитальном доме. Другие бы уже готовились к возвращению, но им расслабляться рано. У экипажа все дни расписаны буквально по минутам. На орбите развернут научный полигон для проведения полусотни экспериментов, 14 из которых связаны с космической медициной и физиологией. Результаты таких исследований помогут в будущих полетах к далеким планетам. Михаил, вопрос вам. Запланировано 5 совместных экспериментов вместе с американской программой. Насколько я понимаю, один из них – это исследование глаза. Проводили вы УЗИ глаза? Кто вам помогал? В чем заключался этот эксперимент? То, что касается глаз, исследования были. УЗИ я делал сам себе. Мне помогал Скотт. Помогала Земля в то же время, то есть это было в режиме онлайн под управлением специалистов Земли. Очень интересные, очень высокотехнологичные эксперименты по глазу, по fluid field, может быть, вы слышали, эксперимент перераспределения жидкости в организме в условиях невесомости. И они будут еще продолжаться, эти эксперименты. Значит, надо блэкслайдом этим подвинуть, чтобы они были бы свои в серединку бы встали картинки. Вот, сейчас замечательно, специалист говорит, замечательно сейчас. Для эксперимента «Здоровье глаз» на орбиту доставили специальное высокоточное оборудование для исследования зрения. Сканирование сетчатки и томография глазного яблока в невесомости должны дать ответ, почему же у космонавтов во время экспедиций ухудшается зрение. Bluetooth down? Да, два раза. Okay, it's done, 2 weeks. В эксперименте перемещения жидких сред Михаилу Корниенко проводят ультразвуковую диагностику. Исследуют распределение жидкости организма в невесомости. В космических условиях кровь распределяется неравномерно. От этого меняется внутричерепное давление, нагрузка на кровоток и кровеносные сосуды. Для будущего полета на Марс экипаж набирает статистику своих биоритмов методом круглосуточного мониторинга. Вот я покажу часы на мне и у Скотта такие же, да. Вот, это прибор, который регистрирует биоритмы, свет, тень, суточные колебания, то есть в какой среде живет человек в течение суток здесь и как это влияет на человека. Вот, очень тоже интересный эксперимент. Мы часы носим и будем носить в течение всего полета. Скотт Келли, астронавт НАСА, принимает участие в 2 российских экспериментах «Пилот-2» и «Взаимодействие». В «Пилоте-2» главная задача – исследовать работоспособность космонавтов в полете. Когда мы переходим из модуля в модуль, делаем перестуковки с МКС. Оператор наблюдает, как мы справляемся с управлением станцией. А вот эксперимент взаимодействия психологический. Он направлен на изучение взаимодействия с партнерами по команде в стрессовой обстановке. Как в такой период меняются наши взаимоотношения в экипаже и с людьми на Земле, с кем мы тесно взаимодействуем. Наиболее интересным представляется эксперимент по изучению изменений в организме, находящегося на орбите Скотта Келли, в параллельном сравнении с его братом-близнецом Марком, оставшимся на Земле. Информации по изучению генных структур в невесомости американские специалисты планируют поделиться с учеными всего мира. Ведь полеты к дальним планетам возможны лишь в международной кооперации. Мы к этой экспедиции готовы. Была бы воля на эту экспедицию у стран-участниц, поскольку это очень дорогостоящий проект. Это, конечно, и наши партнеры. Америка, Россия, это Китай, может быть. То есть была бы политическая воля к этому проекту. Во время сеанса связи Скотт Келли показал и специальную космическую, так называемую безрадиационную еду. Yeah,
Это антирадиационный комплекс питания, специально разработанный для космонавтов. Еда для нейтрализации пагубного воздействия космической радиации. Она работает как щит от радионуклеидов. Казалось бы, что можно нового увидеть за иллюминатором станции во время своего уже четвертого полета на орбиту. Однако Келли находит. И его фотографии потрясающих видов, которыми он регулярно делится с любителями космоса, тому подтверждение. Иногда я специально готовлюсь сделать определенный красивый снимок какого-то объекта. Иногда я снимаю по программе эксперимента, но вдруг в мое поле зрения попадает что-то интересное. А бывает, просто сидишь у иллюминатора, любуешься, и вдруг видишь что-то невероятно красивое, и тогда я делаю удачную фотографию. Они отправились в космос в марте этого года и вернутся на Землю ранней весной следующего, 2016-го. Орбитальные долгожители встретят и проводят не одну экспедицию. За это время сменятся 4 экипажа. Встречайся, да, это хорошо. Гости это прекрасно. Конечно, провожать грустнее. Буду провожать Геннадия Ивановича, падалку нашего командира. Антона проводили уже. Конечно, это всегда грустно. Но то, что касается меня, все зависит от настроя. Я настроен на длительный полет. Они, как бегуны-марафонцы, распределяют свои силы, чтобы хватило на рывок перед самым финишем.